Премьер-министр провел селекторное совещание с регионами. Участие в нем принял и глава края Вениамин Кондратьев. На повестке дня один вопрос – задолженность по заработной плате. Как отметил премьер-министр, общая сумма задолженности в стране составила около 4 миллиардов рублей. Такая ситуация просто недопустима, подчеркнул Дмитрий Медведев. Тем более, если это касается бюджетной сферы. За каждым невыплаченным рублем стоят живые люди. И число тех, кто не получил в ноябре деньги, достигло порядка 70 тысяч человек. И вот такая ситуация, она недопустима. Даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию, тем более, когда у некоторых работодателей возникает соблазн деньги попридержать или лишний раз их там прокрутить через финансовые схемы. Причиной образования долгов Дмитрий Медведев назвал отсутствие у организации собственных средств, а также несвоевременное перечисление денег в бюджеты всех уровней. В Краснодарском крае вопрос задолженности по заработной плате на постоянном контроле у губернатора. Ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Цифры накопленного долга больше не растут. Как отметил Вениамин Кондратьев, по бюджетным организациям задолженности нет, а все предприятия – должники на контроле. Сумма долга составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас основная задача, продолжил глава региона, чтобы к Новому году людям выплатили их заработанные деньги.